Всем привет, меня зовут Никита. Меня зовут Маша. И сегодня Никита должен отгадать, что лежит в моей сумке с закрытыми глазами. За 60 секунд. Угу. Готов? Нет, давай повязку. О, я. Все, ничего не видно? Ничего не видно, вообще ничего не видно. Хорошо. Так, вот сумка. Смотри, вот так вот руки, вот так. Вот это вот все, вот это сумка. Понял? Раз, два, поехали! Это шариковая для глаз история. Это какие-нибудь фотоаппарат. Молодец. Это Пало Санто. Молодец. Это для губ. Это камень какой-нибудь, кварц или лабрадорит. Это жвачка для языка, которая растворяется. Это какие-нибудь магические флимфульки. Это чай. Это чай. Это уно. Это, так, это что-то что за это? История. Что это? Джбундель. Что за джбундель? А что не за знаю, джбундель? Диктофон. Джбундель, сейчас вернемся, подожди, время идет. Это твой амулет. Джбундель, что это за джбундель? Это, вот, короче, только джбундель. Подожди, вот самое интересное, а где джбундель-то? Что это за джбундель? А ты его что, назад положила? Нет, я вообще не знаю, куда он делся. А, вот он, все, вижу. Не знаю, что это за джбундель. Что это за джбундель? Как называется? Маш. Ну, ты же любишь эти игры. Что это? Что, вибратор? А что я должен еще сказать, если тут какая-то хрень жбунькается? И это? Это массажер для глаз. Это массажер для глаз? Да? Ну, все, угадал. Слушай, да, это все, этот амулет. Он сделал тебя... Че, я все угадал? Счастливым, да. Можешь выбирать масочку. Прикинь. Хочешь массаж, хочешь? Ну, чай ты мне подсказала, да? Ну, вот с лабрадоритом было огонь, да? Вообще... Как ты это сделал? Я же говорила, что он все отгадает. Виктори Дэнс. Слушай, давай посчитаем, сколько предметов в итоге. Раз, как два. Выключить этот массажер для глаз? Это массажер для глаз. Да я, очевидно же, что это массажер для глаз. Я не знаю, как он включается. Дети это говорят, вот это... Подержи. Итак, раз, два. Блеск для губ. Три, вот это ты не отгадал, это духи. А, ну ежу ж понятно, я же три. Не вижу. Диктофон 4. Чай, пакетик. Ты с мне чаем. Подсказала. 5, подсказала. Уно 6. Фотоаппарат 7. Пало Санто 8. Жвачка. И жвачка вообще огонь. 9. Амулет 10. Короче, только массажер получился боком. Почему так долго отвечал? Про массажер? Потому что я то есть, во-первых, как тебе сказать-то? Это может быть, я хожусь, и вот массажирую себя. Ходишь и массажируешь себя? Твой третий глаз? Твой третий глаз, четвертый. Будда-бар? Да. Ну что, молодец, ты выигрываешь банан. Спасибо. Ты же говорил, что он все отгадает.